Людмила Могилевич почти ежедневно ходит на работу пешком от улицы Владимирской до Хлебной площади. Рассказывает, любуется деревянными домами Самары. Любит разглядывать резные наличники. Я с таким удовольствием рассматриваю вот эти старые дома, наличники, какая в них красота. Понятно, сейчас состояние, конечно, не очень. Вот, а те дома, где наличники как-то выделяются, где за ними ухаживают, ну это вообще бесподобно. Людмила не могла отказать себе в удовольствии послушать лекцию создателя виртуального музея резных наличников Ивана Хафизова. Писатель и фотограф рассказал гостям галереи «Заварка» об истории наличников. В прошлых веках они служили защитой от сквозняков. Затем, с появлением монтажной пены, стали изящным украшением деревянных домов. Оказывается, по наличникам можно определить, в каком городе вы находитесь. Наличники Самары более длинные. У них есть на выступающая вперед верхняя часть. В Саратове такого нету. Плюс саратовские наличники гораздо более яркие, там их красят несколько цветов. В Самаре здесь все гораздо более спокойно. Я бы сказал, что самарские наличники такие не лишены строгости. Серия экскурсий и лекций об истории наличников в галерее «Заварка» приурочена ко Дню всемирного наследия. Он был установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО. Его цель – привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. К нему относятся и деревянные дома с резными наличниками. Мы живем в городе, в котором очень много деревянных домов. И все, что касается среды нашего обитания, на мой взгляд, должно быть людям интересно. Потому что каждый день, неважно, живем ли мы в деревянном доме, старый ли этот дом или новый, по работе ли мы выходим или идем гулять на набережную, мы встречаем деревянные дома с оригинальной резьбой. Программа праздничных мероприятий в галерее «Заварка» продлится до 23 апреля. Выставку «Самарские наличники» и мастер-классы могут посетить как взрослые, так и дети. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.